Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября значительно сократились, что вынудило несколько крупных концернов временно остановить производство на своих заводах. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, известной как ACEA, в прошлом месяце спрос на новые машины упал до 718 598 единиц, что стало худшим результатом за месяц сентябрь с 1995 года. По сравнению с сентябрем прошлого года, число новых зарегистрированных автомобилей снизилось на 23,1%. Отрицательная динамика авторынка Европы фиксируется уже третий месяц подряд. Все основные рынки ЕС демонстрируют двузначное снижение. По данным экспертов, в Италии продажи рухнули почти на треть. В Германии они сократились более чем на 25%. Во Франции на 20,5%, в Испании на 15,7%. Падение авторынка прежде всего вызвано перебоями в поставках новых автомобилей, к которым привел мировой дефицит полупроводников и запчастей. Сильнее всего это затрагивает наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Сохранение негативного тренда на рынке автомобилей еще на несколько месяцев прогнозирует Ассоциация европейского бизнеса.